Неизвестные объекты, похожие на ракеты или беспилотники, заметили жители Еланского района Волгоградской области. Позже обломки устройств начали находить в поле рядом с поселком. Один из снарядов упал на сарай жилого дома. Местные рядом с падением оцепили силовики МЧС и Минобороны, пока никак не прокомментировали ситуацию. Забавная ситуация в другом. Это реакция скрипышей. Они пошли копаться в грязи и смотреть, что там да как. Тыкать разного рода останки и прочие обломки на предмет съедобности или возможности перепродажи на цветмет или просто наличие чего-то хорошего. Самое забавное — это еще реакция того, кто снял самое первое видео. То есть он поехал в магазин и увидел, как будто бы что-то где-то летит. Потом возвращается с магазина, а что-то летит опять. То есть вместо того, чтобы собрать свои вещи и бежать куда подальше, он просто стоял и снимал видосики. Замечательно. Эту страну не победить. Ей уже капец. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.